Строительство павильонов Экспо в Астане идет с опережением графика. Ход подготовки к проведению главного события будущего года Нурсултан Назарбаев сегодня обсудил с генеральным секретарем Международного бюро выставок. Висенте Ласерталес подчеркнул, что посещение строительной площадки оставило у него отличные впечатления. Теперь дело за грамотным наполнением павильонов и качественное содержание. Хочу благодарить вас за постоянное внимание проведению Экспо в Казахстане и нашим делам. Я постоянно слежу за ходом строительства, подготовки. Вам, наверное, доложили, что отставания от графика у нас нет. Задача поставлена к концу этого года строительные дела закончить и начать подготовку к самой выставке. Very happy to report to you my impression. Я рад доложить вам об отличных впечатлениях после осмотра строительной площадки. С архитектурной точки зрения все здания гармоничны, красивы и интересны, а с точки зрения функциональности они продуманы и удобны. Строительство ведется не только без опоздания, но даже с опережением графика. Генеральная программа по наполнению очень солидная и ясная. И теперь от компаний, ответственных за павильоны, зависит их качественное содержание.